надеюсь, что здесь собрались единомышленники, друзья и соратники. И привело вас сюда всех любопытство. Самое интересное качество любого человека. Если человек не любопытен, ему не интересно жить. Вам было очень любопытно узнать, что же такое 400 лет служения Отечеству. На мой взгляд, это не только цари и династии. На мой взгляд, это огромная страна от моря до моря. Огромные просторы, замечательные люди. Это научные открытия и войны, покорение космоса и географические открытия. Это музыка, это живопись. Это все то, что нас окружает, и все то, что нас сегодня радует. Потому что за нашими спинами были наши предки, созидатели. Наше дело все это сохранять и двигать. Спасибо вам большое за тот интерес, который вы проявили в викторине и вообще в изучении русской истории. И надеюсь, что говорить много не нужно, потому что будут говорить докладчики, а вам продолжать ваше любопытство. Спасибо большое.